Здравствуйте. Как обстановка, как настроение? Отлично. Местный житель? Да. Губернатор Андрей Воробьев пообщался с местными жителями по поводу благоустройства Липовой рощи. Практически выполнены подготовительные и демонтажные работы. Уже осенью здесь будет современное, комфортное пространство для отдыха, заверил губернатор. Здесь большой парк будет в лесу, 44 гектара. И километр будет еще на набережной. С пляжным волейболом, с детскими аттракционами разными. В настоящее время ведутся работы по планировке территории под дорожно-тропиночную сеть и устройству основания из гравийного отсева с георешеткой. И вот такие будут мостики, по которым будут велосипедисты ездить. То есть вот, сеть дорожек такова, что она независима для велосипедистов, для лыжников и для пешеходов. Также здесь появится оборудованная лыжная трасса, площадки под сцены, навесы для отдыха. За происходящими улучшениями внимательно следят местные жители. Здесь очень такая локация интересная. Здесь рядом вода, парк, интересные современные новые площадки детские. То есть все в целом, как бы картинка такая приятная для жизни. И не пожалели, что здесь живем, и переезжать никуда не намерены. Обсудили, что будет благоустроена береговая зона, что будет она целый километр. Мы рассчитывали меньше, а будет намного, оказывается, больше. Катаемся, когда на саббордах по живописной бухте, также наблюдаем за ходом строительства на регулярной основе. Благоустройство проходит с минимальным вмешательством в природу. Главная цель проекта – сохранить существующие зеленые насаждения и создать комфортные условия для отдыха. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова».